Мы договаривались, и я просил профсоюза, чтобы они жестоко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили. Мы контролируем цены. Которые регулируются. И надо контролировать эти цены. Это те товары, в которых нуждается обычный человек. Поэтому ничего страшного, не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще чего-то, демократия. Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг лежать должны во главе угла нашей политики. Посматривайте и за услугами на коммуналку. Тарифы тут понятно, мы их держим под контролем, но на качество надо обратить внимание. Потому что ценообразование и коммунальные услуги, услуги именно, как они оказываются, они всегда в социальных опросах идут на первом месте. Вот две проблемы профсоюзы должны жестко взять на контроль.